На сцене творческий коллектив «Нижнекамск Нефтехима». Хореографическая постановка «В колхозе» уводит зрителя в бескрайние поля. Передовики производства по выпуску синтетических каучуков и пластика еще ни разу не пропускали фестиваль «Бизнесоман». Рабочая молодежь «Нижнекамск Нефтехима» – обладатели еще самого первого гран-при фестиваля. Не может быть хорошего рабочего без творческой жилки и не может быть хорошего артиста без трудоспособности, трудолюбивости. В команде и самые первые участники фестиваля – те, кто уже держал в руках кубок победителя, и те, кто мечтает стать первым. На целый месяц они забыли про сон, после работы бежали на репетиции, оттачивали движение и поддерживали друг друга. Даже если устал, желание есть идти туда. Коллектив хороший. Это огромная возможность для того, чтобы показать себя и увидеть других участников. Воплотить в жизнь творческую мечту сотрудников не получилось бы без поддержки руководства. Поэтому руководители ведущих предприятий республики в этом году отметили в отдельной номинации «Мудрость и наставничество». Кубок лучших забрал и генеральный директор «Нижнекамск Нефтехима» Марат Фаляхов. Марату Ильиновичу Фаляхову! Отрадно отметить, что вот эту большую команду, которую мы привезли, 27 человек с нашего предприятия, что это в первую очередь профессиональная деятельность, такие представители как инженерной профессии, так и рабочей профессии. Ребята, которые могут совмещать с одной стороны такую суровую все же производственную деятельность, с другой стороны вот это вот желание развиваться творчески. Просто надо чем-то удивлять. На гала-концерте нефтехимики выступили во всех представленных номинациях: музыка, минута славы, хореография. Никого не оставил равнодушным номер «На рыбалке». Молодежь нижнекамского предприятия «Сибура» на финальном шоу заставила посмеяться раиса Республики Татарстана и собрала все овации в зале и забрала гран-при фестиваля. Наше благополучие, наша стабильность зависит от нашей экономики. Экономика – это человек труда. Когда у нас человек труда и производство работает, и культура, и здравоохранение, и образование, и социальной защиты, все это работает. В этом году на сцену фестиваля вышли 1500 самодеятельных артистов рабочих профессий из 190 предприятий республики. Команда «Нижнекамск Нефтехима» доказала свой уровень профессионализма как на производстве, так и на сцене. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.